С пятницы уже был запуск. Сегодня мы уже получили от здравоохранения список на неделю отделений, где они будут выезжать с графиком работы, в какие дни, на каких отделениях они будут вакцинировать сотрудников. Сейчас максимально будем точно так же объявления на отделениях, и все желающие, пенсионеры, посетители смогут прийти в указанное время вакцинироваться без всяких проблем. С собой только паспорт, идентификационный код. Сотрудники МОЗа выезжают с компьютером, совсем там кушетка, все мы максимально условия попытаемся соблюсти. Так что я надеюсь, что это поможет. Наше взаимодействие поможет максимально увеличить количество вакцинированных людей нашей области.